включи. Музыку включай, Владюх. Черные глаза. Вспоминания. Че, адекватно? Че, ты поздоровался? Доброго времени суток, друзья. С вами Серега, Димон и Владюха. И мы играем на мясорубке. Какой тебе Димон? Дарк Рейн вообще. Мы сидим MC в панике. Димон поменял себе никнейм. Я был на картонах. Меня зовут Владюха. Мне 16 лет. Играю в Warface. Мозгов нет. Краткая биография. Надо играть в CS, а я играю в Warface. Ух ты ж бомжора так! Понятно, я её запись включал. Не, серьёзно, Милан для бомжей сам сказал, сам это взял. Понятно. Один. Блин, пацану только что в сиську попал, не сдох. Пойти. На, возьми ты. Тут, говорит, болты её с сигой кто-то пилит. Ого, боец зверский. Как эта гусыня опять с Миланом бегает. Владюха зажимает не понял. Ты чё? Ой-ой-ой. А чё, начали так зимний этот вешается, что ли? Кто? Или нет? Блин. Болтовка, Серега, ты что, тащишь на болтовках, что ли? На эти игры с альпином лучшим смаком. О, ромбы без шифта бегают. Прикинь, короче, я в бомжа не сваншотил. Смакнило, но оно упало и не умерло. Чуть за варфейс такое. О боже. Все время сзади убивают. Я чё-то вообще в никого попасть не могу. Трак мне скотаны зарез хотел. Сек, давай посмотрим, что я буду на первом месте. Да будь. Не, ну просто так интереснее будет. Так, давай. Аня. Просто видел бы этот Владюха этот момент. Видел момент, когда я двух бомжей свалил, и тут какой-то сочняк с пистолета их накарал. Ну, так я тебя положил, потом одну пульку дал с АПС и дал маленький крестик тебе в голову. Ну, смотри, скивовик скота, Так я тебя положил-то на жопу. Скиловик с этим, с антихэтом и скином. Где мог снять? Надо было. И вообще у меня титана нету. Я тоже нету. Ну ты посмотри на эту бомжатину рамбовую, я в шоке, бля. Оно вообще какое-то перепуганное бежало, в меня попало и убежало дальше. Офигеть. Позицию классную. Ну только что пацана так наказал вообще. Как ты его наказал? Ты кто там с блока, Владюха? А, нет, это не я вообще-то был. О, пацан с сигом, понятно. Я вообще в блок не доставаю. Ну, пацаны читают просто не умеют. Владюха опасный. Сейчас я болтовку ухода в руках не держал. Ох, как мне так. Я вообще никому попасть не могу. Этот момент, ё-моё. Да вот и бедро. Уходи! Уходи, я сказал. Женщина с Миланом. Пацан как будто с автошотом. Да в другую сторону позвонил мне нравился. Не, там. Вау. А, нет, просто все ТПшки. Пацаном ножа не бегали, он меня убил. Это вы два скина? Да. Ого, у него зато ромбик скилловый. Не то, что у тебя. О, МС отец меня наказал.
Что за бнарь с пистом, господи? Понятно. А чё за бнарь в скине убежал? Серега вообще с ножиком бегает. Я с ножиком бегаю? Не ври, ты только что с ножом был. Я не был с ножом, не гони. Днища, Петро, как ты с беда так стреляешь? Посмотри, я в него третий раз уже не ваншочу. Ну блин, чё за раки с моего клапана такие? О, бомж уронил меня, красавчик. Мазафакер. Маме привет. Чучки вытри. А зачем мне щуки вытирать? А, это Серега бомжар тут бегает. Уйди отсюда. Она, с АПС он зажал меня. Если бы ты сейчас не прилег, я бы тебя наказал. Конечно. Моя хэллоуинская АПС лучше твоя. Серега Элизан смотрелся, теперь там тащит. Блин. Ну, Владюк, ты реально пира... Слушай, нихрена... Опа-на. Ну, вначале всегда не прятать мясо. Опа! Иди отсюда! Уходи! Это мое место. Хочешь, и так бомжатся там давно. Чё за дна с пистом? Даже убить меня с писта не может. Господи. Такая, ребята, у нас игра. Косон. Носок. Ты когда-то с углов выходишь вообще? Да. Мы ж по фану играем, да. А не тащим. Что-то по фану играю. Меня заколебали, он раки всякие режут, с пистов убивают. Меня уронили сочники. О. Ты, Владюха, да, просто тебе просто повезло, видишь, на 2 очка всего лишь больше. Чё? А там неправильно написано. На коса я обогнал. Это все мог мне. Я могу калику взять. Калику вообще ништяк не могу. Она тоже. Надо бы эску горона взять. Пацаны со своими котами. Он прощался со своими подписчиками. А, подписчиками. Или ты не снимал? Все, есть.